Оперативный дежурный ЕДДС Стрелков. Во время моего дежурства происшествий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования не зафиксировано. Юрий Поляков детально знакомится с аналитическим центром, куда стекается информация о работе всех объектов жизнеобеспечения. Любая нештатная ситуация, как на ладони, предстает перед дежурными. В их руках и координация действий аварийных формирований и городских служб. С коллективом муниципального учреждения Юрий Поляков обсуждает важные вопросы. Запуск нового пожарного поста в рассвете, обновление спецтехники для тушения пожаров и спасательных операций, обеспечение бесперебойной работы системы оповещения. Необходимая такая структура, которая держит на контроле все опасные ситуации, которые проходят в Анапском районе. И, конечно, отрадно видеть, что оно так оформлено и одни из лучших питаемых. Чем живет городская больница, какие проблемы и достижения у нее есть? Исполняющий обязанности главы Анапы обсудил с персоналом ключевого медицинского учреждения курорта. Юрию Полякову бросились в глаза недочеты, для устранения которых не требуются серьезные средства. Нужен обычный хозяйственный подход. Я чисто по-хозяйски смотрю, провода, подвески какие-то. Ну это ж можно подвязать там. Пристегнул, нет, оно все так, а висит, то есть вид такой вот. Современнить, как мы называем. Я вам, главврач, говорю. Я понял. Приемный покой, хирургический корпус, реанимация. О технических возможностях учреждения говорит современное оборудование. Справляется ли персонал больницы с нагрузкой в пик курортного сезона? Об этом Юрий Федорович напрямую спросил у руководителей подразделений. Марина Ивановна, скажите, в курортный сезон объем работы увеличивается у вас? Значительно. А хватает людей вам? Это осень, я понимаю, мы приходим на то количество жителей, которые у нас. Аппаратура позволяет, если все в рабочем состоянии, мы, конечно, можем большое количество населения исследовать. Не остались без внимания жалобы, которыми пациенты делились в социальных сетях. Об условиях лечения и содержания Юрий Поляков узнал из первых уст. Как отношения, как кормят, как обслуживают, это что означает? Хорошо означает. Пусть живут? Да? Да. По итогам визита исполняющий обязанности главы Анапы попросил подготовить для него список проблем учреждения и поручил тщательно следить за порядком и чистотой на территории больницы.